property. Wait. Someone actually... Всем здорово! Сегодня мы продолжаем играть в Вайк. И проходить первый час будем проходить. Так. И что мы остановились? Нас убил пацан. Сейчас я буду, короче, снимать с фра... Тихо, мать вашу, блин. Так, чё так, блин? Буду, короче, сейчас снимать с фрапсов, потому что фрапс он не так занимает больше всего этого FPS, чем бандикам. Фак! Отстанет меня. Так, ладно, я постараюсь сдерживаться, постараюсь не орать. И постараюсь сдерживать какие-нибудь свои эмоции. А то многие орут, ну почему, многие говорят, ну блин. Язык мой враг мой. Фак. Отстань. Так, все, девочка не побежала за мной. У меня как раз заканчивается свечка. Я постараюсь... Короче, многие говорят, что я не сдерживаю свои эмоции, я ору. Это им очень не нравится. Многие подписчики говорят, хватит типа орать, хватит орать. Окей, я постараюсь как-нибудь сдерживать свои эмоции и постараюсь не орать в таких моментах. Просто как в таких случаях не орать? Вообще становится уже... Ой-ой. О, мама. О, май гад. О, мама мия. Ну ладно. Итак, я потерял тропинку, мне это не очень... А все, тропинку нашел. Просто все больше, чтобы не заблудиться в лесу, это не сходить с тропинки. Так, и только ветра еще здесь не хватало. У меня вообще... О, нет, сейчас появится монстр, сейчас появится кто-то. Ну ладно, все, я убегаю. Играем на перегонки с детьми. Как я узнал, что это дети, короче. Я так узнал, что это дети. Короче, один ребенок пропал здесь, в общем. И родители не могли... Это не мои шаги. Что за здесь двойные шаги? Я, короче, возьму эту свечку и зажгу его с помощью спички. Ой, становится прям заметно темно. Что за фигня? А, это дерево. Блин. Нифига себе, вот это реально было стрёмно. Вот этот пацан мне в прошлом выпуске поймал. Так, ладно. Сейчас буду снимать лучше с фрапсом, потому что с бандикамом он сильно лагает. Особенно, когда записывает меня с вебки. Буду тогда без вебки играть и буду записывать с помощью фрапс. Опа. Тихо. Вот, ребят, пытаюсь сдерживаться, не орать в таких моментах, потому что многих раздражает, как я ору в инди-хоррорах. Я постараюсь сдерживать свои эмоции. Мама. Ой. Фу, нельзя, пацан. Так. Пожалуйста, дайте колокол, чтобы получать... Ой, звуки мне такие пугают. Свечка. Или это моя свечка валяется, какая же использованная. Да, это моя... Все, полночи прошло. И это меня жестоко радует. Так. И стало очень фигово. Так. Так, у меня также с ограниченной игры. Ну давай спички! Ой, господи. Я чуть-чуть сейчас не заорал. Ну, эмоции надо держать так спокойно. Главное держать себя в руках. И главное не бежать. Бежать только надо в том случае, если это необходимо. Так, этот пацан идет за мной. Как, когда было 12 часов, он то же самое ходил за мной. Если обернуться, он побежит за мной. Ну и будет
будет опять на перегонки сыграть с этими детьми, и у меня опять кончается свечка. Чё за такое? Ой-ой-ой. О, вот это реально вообще. Ой, у меня сейчас сердце не выдержит. Сейчас у меня сердце не выдержит. Орать-то и то лучше спокойнее, потому что когда ты орёшь, ты чуть-чуть освобод... Ой. Всё, сейчас появится монстр, сейчас появится! Надо бежать в ту сторону, которую... Так, ладно, все. Я уже изучил тактику. Потому что если вот такой звук появляется, значит за мной сейчас кто-то погонится. Итак, у меня беда. Большая, у меня кончается свечка. У меня сейчас кончится. Так, главное... Ладно, поднимем ту использованную. Ой, ой-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 
А нет, уйди, уйди, не надо, пожалуйста, у меня сейчас спичка кончится. Так, здесь должна быть свечка. Разве нет? Помигни еще, где ты находишься? Вот он. О. Нет. Зачем? Зачем? Я что, сейчас буду на спичках спасаться? У меня... Я ничего не вижу. Во-во-во-во-во-во-во. Дайте хотя бы, дайте хотя бы, дайте, давай, дайте, давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Хоть и немножко свечки, но мне она нужна. Где-то я там видео помигнула. Помигни еще, во. Пойдем туда. Только спокуха. Полночи пройдено. Ой, полночи, блин. Полчаса прошло, значит. Что-то вот постоянно путаюсь с полночи, с полчаса. Постоянно путаюсь. Явно я FNAF переиграл. Ой, мама. Ты что, серьезно за мной бежишь? Где-то там свечка. Помигни! Свечка! Последняя! Давай, последняя, последняя спичка! Если эта свечка... Если эта свечка потухнет, не хана, походу. Ой, заборчик. Заборчик. Ой-ой-ой. Так, спокуха, спокуха, спокуха. У меня последняя свечка и... И нету вообще спичек. Это меня печалит. Хватит по духу орать, пожалуйста. Давай, сколько еще осталось? Сколько еще осталось? Я не знаю. Так, здесь... Давай, давай, давай. Главное добежать. Главное добежать до какой-нибудь свечки. Дайте свечку, дайте свечку. Нет. У меня спички кончаются, спички. У меня спички качейка уже кончились. Да! Вовремя, вовремя! Ой, боже. Спасибо. Так, все. Это нельзя скипнуть. Вот теперь можно. Второй час. Второй час. Итак. Ой, не то взял. Так, это что у нас? Так, look away. А, что-то там беги или что, или уходи, что. Повторно уходи, что-то. Лук это по воде повторно, не знаю. Так. Look away. Или... Я не знаю, как это переводится, ребят. Напишите, как это переводится. Look это, не знаю, повторять или что. А away это что-то, то уходи или что. Напишите в комментариях, как это переводится. Буду потом знать. Так. Свечка. Ну, свечку можно не тратить, но, собственно, ладно. Лишний не помешает. Так. Сейчас у нас будут, походу, три монстра поджидать. Ладно, эту свечку мы оставим. И тогда все будет зашибись. Я же точно не знаю, но... Но мне страшно ужасно. Сейчас...
Что это такое? Что это такое? Твой свет, что-то там, а? Что твой свет? Что такое? Твой свет разбудил! Твой свет разбудил! А? Кого-то ты разбудил? А? Нифига ты себе кого нашёл? Нифига себе! Ты ещё кто был? Что за жердяй? Жердяй! Нифига, что за жердяй был? Вот на кого, на каком моменте вот здесь зарать? Нифига, твой свет там разбудил. Вот этого хера. Ладно, на этом я закончу. Когда мы вернемся, мы продолжим с вами играть в Вайк. Ну что, всем удачи и всем пока!